Вас вітає програма «Новини регіону». У студії Кристіна Кранкевич. На початку коротко про некоторые матеріали випуска. Поширення гандлёво-економічних і культурних сувязів. Надзвичайний повномоцний посол Індії з візитом на Могилевщині. 200 об'єктів, більш за 2000 порушенняў. Особлівая увага будаўнічым об'єктам під час месячника безпеки праці. Невядома Магілёў часоў нямецкай акупацыі. Фотагісторыя ў выставачным зале на Болціна. Магілёўшчына зацікаўлена ў развіцці дзелавых сувязяў з Індыяй, адзначыў старшыня аблвыканкама Уладзімір Даманеўскі падчас сустрэчы з надзвычайным і паўнамоцным паслом Індыі ў Рэспубліцы Беларусь. Тавараабарот паміж рэгіёнамі мае добрую дынаміку, і абодва бакі выказалі намер развіваць супрацоўніцтва. Працяг тэмы ў Алены Мілюшчанковай. Удельная вага товарооборота Могилевского региона и Индии с 2012 года повеличилась амаль удвоя. И Могилевщине есть что пропоновать, каб гэтые лишь бы повеличить, зауважил Уладзимир Даманевский. У поширении рынку сбыту у Индии затекавлена Белшина. Могилевщина готова поставлять не только молочную и хлебоволочную продукцию, але и, например, медицинские материалы. Мы сегодня готовы продемонстрировать индийской стороне наши сильные стороны в плане машиностроения, в плане развития продуктов питания, переработка сельскохозяйственной продукции. Мы готовы сотрудничать по этим направлениям. Мы уверены, что наши экономики могут дополнять друг друга. У приватности посла Индии особливо затекавила махчимость супрацовництва с предприемством «Технолит». Я очень впечатлен их заводом, технологией, которые они используют. Также они уже установили контакты с индийскими компаниями, но я тоже приложу усилия, чтобы помочь расширить их. Посол Индии познакомился с умовами работы резидентов свободной экономичной зоны Могилёв. Мы готовы поделиться опытом привлечения инвестиций. Мы готовы показать предприятия мирового уровня, которые уже разместили здесь производство, для того, чтобы заинтересовать индийских бизнесменов, так как площадки для дальнейшего развития нашей свободной экономической зоны еще имеются. Кіраўнік Магілёшчыны прапанаваў налажваць больш цесныя сувязі паміж рэгіёнамі. Спадар Панкач Саксена паабяцаў садзейнічанне ў рэалізацыі гэтай ідэі. Таксама бакі абмеркавалі магчымасць стварэння ў абласным цэнтры індыйскага дворыка. Зараз выбіраюць для яго месца. Правядзенне сусветнага дня йогі, пленэры па жывапісі з удзелам індыйскіх творцаў. А ў бліжэйшы час у Магілёве плануецца правесці дні індыйскага кіно. Алена Мільшанкова, Александр Артем'єў, навіны рэгіёна. Оповещение насильства, эвакуация людей и йодная профилактика. 18 и 19 кастрычника у Беларуси проходят республиканские командно-штабные обучения. Яны дадут махчимость вызначить, как подрихтованы органы керования и воротовальника у попереджении и ликвидовании надзвычайной ситуации, а докладней радиационной аварии. У Могилевской области центром практичного проведения обучения является Охотинский район. Больш за 2000 парушэнняў правілаў тэхнікі бяспекі выявілі сёлета болей, чым на 200 вытворчых аб'ектаў Магілёва. Крыху больш за палову гэтых парушэнняў у будаўнічай галіне. Вось чаму падчас месячніка бяспекі працы спецыялісты дзяржінспекцыі асаблівую увагу надаюць менавіта будаўнічым аб'ектам. У рэйдавую групу запрасілі нашых корэспандэнтаў. Працуюць супраць парушэння, укажуць спецыялісты мабільнай рэйдавай групы, што наведваюць вытворчыя аб'екты. Сэнс – папярэдзіць выпадкі траўміравання і гібелі людзей. Сёлета ў Магілёве адбылося 20 няшчасных выпадкаў на вытворчасці. Адзін чалавек загінуў, 19 атрымалі цяжкі траўмы. На думку інспектару, да трагеды правялі тыпавыя парушэнні. Напрыклад, такі, што зафіксавалі падчас наведвання будаўнічай пляцоўкі ў мікрараёне Казіміраўка абласнога цэнтру. Тоіць у сабе небяспеку не агароджаць Роджаны месцы працы на вышыні, адкрытыя праёмы і нават адсутнасць у працаўнікоў спецадзення. В частности, сварщик проводил работы огневые, должен был обеспечить специальной одеждой, которая должна соответствовать определенным требованиям по горючести. А он, как вы видели, работал в джинсах и нейлоновой куртке. В этом году выявлено 2020 нарушений. Это во всех на вот этих 207 производственных объектах. Из них, значит, 1035 нарушений было выявлено в сфере строительной.
Отказывая за бригаду будовников керовник проекту и додае, что у поравнания с минулыми годами отказность рабочих повеличилась. Совсем вот чуть-чуть осталось, чтобы все-таки поменять менталитет и взгляд тех же самых рабочих на охрану труда и технику безопасности. Поэтому мы работаем над этим. До речи, подчас подрыхтовки этого сюжета до эфиру стало вядома, что все порушения на будовничном объекте в микрорайоне Казимировка выправлены. Месячник безпеки працы протягнется до 3 листопада. Андрей Шуляк, Миколай Соболев, новини региона. Два человека загинули на пожарах за минулые сутки в области. В Глузском районе воротовальники ликвидовали сгорание павети каля жилого дома. Подчас тушения под обломками яны знайшли тело 53-годового мужчины. По информации пожарных, он трапил у господарчую побудову без ведома ее владельников. У Белинецком районе горел приватный жилый дом. Подчас ликвидации пожару одним с покоем на ложку супрацовники службы 101 знайшли тело 48-годового господара дома владания. У обоих двух выпадках специалисты высветляют причину сгорания. Шестьдесят три одинки снегоуборочных машин готовы до працы на дорогах Могилева у зимовый период. Уже назапашено 15 тысяч тонн песко-соляной сумеси. Причем ближайшим часом ее колькость повеличится еще на тротину. По выниках минулой зимы, кажут специалисты дорожно-мостового предприемства, областному центру хапало 17 тысяч тонн сумеси, каб улицы Могилева своечасово очищать от снегу. 15 тысяч тонн нам позволит уже беспрепятственно прожить как минимум, даже при условиях сильных снегов, как минимум до Нового года. Вот. Поэтому я считаю, что дорожно-мостовое предприятие готово к встрече зимы. И жители города Могилева будут добираться на работу по чистым улицам и тротуарам. Удел в осеньских кермашах принимают дамы-интернаты. У Могилевской области таких установ 9, 8 из них для дорослых. У них живут люди, которые потребуют до себя особливого клопота и уваги. Важным элементом их адаптации является працетерапия. Так что во установах есть свои огороды. Причем нередко садовины городнины яны выращивают столько, что хапая не только для потреб социальной установы. У Хотинском психоневрологичном доме-интернате лечение працы прописано усім жыхарам. Мясцовые жыхары с задовольнением набывают городину менавіта у доме-интернате, да и ведают, для этих людей працы на земле – добрый фактор их адаптации. Невядомы Могилёв снова открылся у музея истории города. У вазе наведывальников пропонуют уникальную коллекцию фото с дымкой Олега Лисовского часов Другой Сусветной войны, а теперь обновленную и дополненную интерактивом. Люди текавятся историей родного города и приходят у выставочную залу на Болдина, каб убачить мястины и подеи, связанные с житем их свояков у минулым. Вось гэты чалавек адзін з аўтараў здымкаў на Магілёўскай выставе. Нямецкі салдат, які фатаграфаваў горад у акупацыю. Страшны час, трагедыя народа і людзі, якія ў ёй гінулі і выжывалі. Дзякуючы гэтым фотаздымкам, набытым у асноўным на інтэрнэт-аукцыёнах, мы можам пабачыць Магілёў 1940-х гадоў. Для сталых людзей ностальгія, для маладых цікавасць да гісторыі. Жыхары города шукают сапраўдный дух, сапраўдный гістарычны дух города. Яны оглядают гэтыя фотоздымки, яны окунаются менавіта в тую простору, якая могла бы тут існаваць, але ж, на жаль, не захавалася. Гэта выстава, по якой немагчыма прайсціся хуткім крокам і позіркам. Тут трэба углядацца ў дэталі. І нездарма выстава «Невядомы Магілёў» мае падзагаловак «Вяртанне». Асабліва мяне каранула жанчына, которая, выходзячы з гэтай выставы, з сэрцам высказалася сваёй сябродцы, што цяпер трэба дзесьці сесці і моцна падумаць. Для человека это было некое особистое переживание, знову вернуться в эти умовы. Есть люди, которые цікавятся просто историей города, есть люди, которые цікавятся, как выглядел город. Тут, не глядя на то, что показана война, жахи войны, все же таки бачна чудовная и выкшталцовная могилевская архитектура, которая уже, на жаль, зникла. Таким чином, сумма этих всех уражений и эмоций, они и створают этот ажиотаж, который створил эта выстава. Как известно, большая частка фотоздымков с коллекции Олега Лисовского, немецкого коллекционера, уродженца и патриота Могилева. Иншая набыта музеем историям города. Эта версия выставы обновлена амаль на треть. И это обновление робить уражение. Два фотоздымки с польского архива дополнили уже ведомую выяву.
Это смертное покарание партизанов и подпольщиков Могилева, которое отбылось 25 красавика 42 года. А тут на этих фотосдымках, которые сейчас у нас обновляют нашу выставу, можно побачить этих людей, власно кажучи, их твари. Можно побачить их эмоции, можно побачить, что это за характер людей. Видовочно, что это люди-герои, это люди, которые проявляют непосредственно зараз в опошнюю хвилину своего життя, мужность, героизм, то самое, дякуючи чему мы перемогли. Новые фотоздымки – это так само страшные пожары у Могилеве. Хударлявый конь у дворы дома Сталина, это там, где теперь библиотека, имя Карла Маркса и навод Котка. Особная частка обновления выставы – интерактив, для чего створили особный сайт. Там можно провести тест на ведение старуха Могилева и провести еще несколько узровню, причем у вынику отримать приз от самого Лисовского. Илона Иванова, Александр Артемьев, новин региона. Свой погляд на провинцию и провинциальное житё презентовал мастак Валерий Калтыгин. На его персональной выставе можно убачить работы разных серий и циклов. Але каждый твор по-своему рассказывает про житё вяскоўцаў. Подробности у репортажа. Мастак працует тому, что не может не працевать. Для Валерия Калтыгина это житёвый девиз. Ён мастак импровизационного характера. Саправды, творчесть майстра – это импровизация. Ён объединяет разные подчас несумешальные речи, которые хвалюют его в момент створения работы. Валерию Аркадьевичу не так давно исполнилось 70 год. И свой юбилей он решил отзначить персональной выставой, на которой представлены лучшие работы опошних 5 год. Отбор был такой определенный, как бы было выдержано в определенных каких-то рамках, ну, чтобы работы были не слишком, ну, отличались, ну, как бы направленностью друг от друга. Они все решены, в общем-то, в тех тенденциях, вот, в тех моих творческих каких-то желаниях, вот, которые у меня вот, последние там, лет 10. То, что меня как бы, ну, забавляло и волновало. Господиня, бабина лето, збана и шмат інших работ. Кожная, по словах майстра, супредстоит с участным представлением прыгажости. Валерий Калтыгин традиционно каждый год робит персональную выставу, а лесёлетняя для майстра – особливая. Подведение определенной черты, что ли, в своей творчестве, в жизни. Вот такая небольшая выставка. Выставу можно увидеть у Могилевском областном мастацким музее имя Масленникова. Наталья Юдакимова, Александр Артемьев. Новини региона. И еще одна выстава открывается у четверу в Могилевский мастацкий музей имя Масленникова. На этот раз у музея, где наибольш подтримливают и развивают реалистичный керунок у мастацтве, показывают творы модернистов, авангардистов. Выстава «Невядомые и знакомитые» представляя работы с коллекции ведомого белорусского банка. 8 живописных работ и 2 скульптуры. Мастаки представляют ведомую парижскую школу, але их имены неведомые широкой публице. Абрам Маневич, Леон Инденбаум, Абрам Монозон. Усе яны уродженцы Могилевшины, Мстислава Чавусов и областного центра. На початку минулого стагодия талиновитая молодь, частей за все яурейская, съезжала с белорусских мястечек и городов Париж и Мюнхен, каб долучиться до новых мастацких плыней, у надеях на будущую ведомость. На выставке представлены 3 художника: Маневич, Монозон и Индельбаум. Они, ну, судьбы разные. Маневич в Соединенные Штаты он уехал. Кстати, его работами восхищался Эйнштейн. Даже так. Вот. Ну, Индельбаум был знаком с Майолем. Ну, эти все течения, они не прошли мимо. Монозон, слава богу, не мигрировал и работал в нашей республике. Вот. Но как-то так получилось, что вот для нас он пока был закрыт. Работы цікавые, незвычайные, и на родзіму вертаются забытые имены таленавитых творцов. Віктор Тураў «Дыханне жыцця» – прэм'ера дакументальнай кінастужкі пра сусветна вядомага рэжысёра і нашага земляка адбудзецца ва ўсіх кінатэатрах Магілёва. Прэм'ерны паказ фільма пройдзе ў рамках дзён кіно «Тураўская восень». Яна штогод ладзіцца да дня нараджэння вялікага майстра. Нагадаем, 25 кастрычніка Віктору Тураву сповніўся б 81 год. По традиции у кінотеатрах пройдзе ретроспектыўны показ 6 фільмаў народнага артыста СССР, якія ўвайшлі ў золоты фонд сусветнага кінамастацтва. А гэта праз могілкі, які рашэннем ЮНЕСКО ўвайшоў у спіс 100 лепшых фільмаў свету. Таксама будуць паказаны «Я родам з дзяцінства», у якім здымаўся Уладзімир Высоцкі, «Людзі на балоце», «Чорны аіст», «Высокая кроў» і «Шляхціч завай».
На гэтым выпуск завершаны. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў эфіры.